Изначально, когда мне открылся мир по-иному, и я уже рассказывала в одном из видео, как происходило со мной. Вот. И это, ну, где-то, наверное, у меня было года полтора, когда я уже понимала, что я уже все знаю, я все вижу. И мне стало так скучно, то есть я не понимала, не видела ветку развития, ветку интереса, ветку самореализации какой-то. То есть все вопросы, которые мне задавались, мне казались, они... Но я на них уже отвечала раз по 100. И вот этот интерес у меня начал просто пропадать, просто тухнуть. И у меня тогда возникли мысли начать есть. Думаю, ну тогда я буду как обычный человек, чтобы хоть как-то ввести в свою жизнь разнообразие какое-то. Даже не разнообразие, а веселье, как я на тот момент думала. Потому что я не понимала, куда дальше. То есть вот этот мир, он как бы, но он весь вроде бы понятный. И вот тогда произошло вот это вот свечение. Свечение — это вот то состояние, как раз я говорила, что я смотрю, а у меня руки начинают светиться. И вот этот свет, руки, тело, то есть вот полностью свет, и он такой яркий, но мягкий. Яркий, белый, абсолютно белый свет, но очень мягкий, очень нежный, не режущий глаза. И в этом свете было настолько комфортно, настолько удобно, уютно, тепло, что из него даже не хотелось шевелиться, чтобы вот этого не потерять. Я не знаю, сколько это было, но я так полагаю, что, наверное, это было несколько секунд. И после этого света, когда вот это все произошло, это было ночью, и я помню, что я просидела вот так вот в кресле, глядя на звезды всю ночь, не двигаясь. И после этого мне вложили знания про клетки, которые потихонечку распаковываются они до сих пор. Но я понимаю, что это был первый этап, когда все пазлы в этом мире, они собирались. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только. Со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.